subject that you want to discuss today? Преданные, есть ли у вас какая-то тема, которую хотели бы обсудить? Может быть, да, то есть метод джами. Well, my husband offers to discuss this very hot theme about matajis. Anyway, our position is that they all are bogus, men or women, all are bogus. Наша позиция такова, что все они мошенники, неважно, женщины или мужчины. Дикша гуру, да, вот эта вот тема. Prabhupada never met anybody gurus, you know. Шрила Прабхупада никогда никого не назначал в качестве гуру. So they are bogus anyway. They're becoming more bogus. Так что они мошенники в любом случае становятся лишь более искушенными в этом. So they are deviating completely from Prabhupada instruction. Они полностью отклонились от наставления Шрила Прабхупады. So what to discuss on that? Так что что обсуждать по этой теме? I sang one verse yesterday that said the man, the mantra cannot be given by a woman, correct? Вчера я присылал вам сообщение о том, что мантра не может быть передана женщине. You got it? Вы получили? Yeah. Yes, yes. So I'll move one, I mean, the whole thing is not shastrically supported, you know. Так что все это не подтверждено шастрой. Now the woman want to be the woman becoming guru. Next the gay will become guru. Then the lesbian will become guru. Все это приведет, yes? Что сейчас женщина дикша гуру, потом гей дикша гуру, лесбиянки и так далее. So where will this all stop? Где, в каком моменте все это остановится? That's why Prabhupada said the Ritvik system. Вот почему Шрила Прабхупада сказал. Система ритвиков. They'll spoil everything, you know. А они все испортили и портят. Yes. Yes. So I don't think it makes any sense to discuss this nonsense. Так что не думаю, что есть какой-либо смысл обсуждать эту чепуху. Давай, знаешь, чистое преданное служение тема. Чистое преданное служение? Okay, so there is another offer, a pure devotional service. Mm. Pure devotional service, huh? Mm-hmm. I think we discussed that last time also. В прошлый раз мы с вами тоже это обсуждали. Мы обсуждали, что discussed the disciple, yes, the qualification of disciple. Oh, disciple, pure devotional service, huh? Okay, we will talk about pure devotional service. Hmm? Преданные, возможно, у кого-то еще есть предложение? So we will take out the verse of a pure devotional service. Hmm? Так что давайте найдем текст о чистом преданном служении. So Bhagavad Gita, chapter 8, text 55. Bhagavad Gita 18:55. You can read this verse, huh? Bhaktya mam avijanati yavan yascha smitat pataha tasmo mam tatvato gyantva vishate tatan anantaram. So we chant the prayer first, huh? Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараяна намаскритя нарам чайва нароттамам девим сарасватим вьясам тато джаям мудирайат. Наста преешу абатрешу нитям бхагавата севая. Бхагавате утама слоке бхакти бхавати найстики. Сом Ома гьянати мирандасья гьянанам гьяна шалакая чакшозан милитам яна тасме шри гуруве намаха шри чайтанья мано бистам садхитам яна бутале свайм рупа гадам ам дадати свапарандикам вандехам шри гуру шри юта пада камалам шри гурум вайшнавам ча шри рупам сагаджатам сахагана рагунатам битам там саживам Шадвитам, Шавадутам, Париджанам, Саитам, Кришна Чайтанна Девам, Шри Радха, Кришна Падам, Сахагана Лалита, Шри Вишаканвитам Вишчан. Э Кришна, Гаруна, Синду, Дина, Банду, Джагат, Пате, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намостуте, Тапта Канчна Горанги, Раде Вриндаванешвари, Вишавану Штута Деви, Пранамами Харе Крия, Ванча Калпатару Бьяшча, Крипа Синду Бевача, Патитанам Паване Бьо, Вайшна Вебьо Намо Намаха, Намаром Вишну Вадая, Кришна Престая, Бутале, Шримати Бхакти Веданта, Свами Тинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Горавани, Пачаринен, Шейша, Шуньявади, Пашчатья, Десатаринен, Джай, Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянандо, Шри Адвайта Гададхара, Шива, Шри Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So, okay, you can read this, huh? Бхагавад-гита 18.55, перевод. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. Комментарий. Умозрительное рассуждение непреданных не дает их возможности постичь Верховную Личность Бога Кришну и его полной экспансии. Тот, кто хочет постичь Верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось, в намах Пракашах Сарвасья Бхагавад-гита 7.25 «Господь не открывает себя всем и каждому». Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. Тот, кто в совершенстве знает науку о Кришне, получает право войти в духовное царство, обитель Кришны. Стать брахманом не значит утратить свою индивидуальность. На уровне Брахма-Будды остается преданное служение. А там, где есть преданное служение, должен быть Бог, преданный служение Богу. Такое знание неуничтожимо и продолжает существовать даже после того, как человек получает освобождение. Обрести освобождение значит освободиться от материальной концепции жизни. В духовной жизни продолжают существовать различия, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово «вишаты» входит в меня, подтверждает теорию монистов о полном слиянии живого существа с безличным брахманом. Нет, «вишаты» означает, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с ним и служит ему. Когда зеленый попугай скрывает зеленые кроны дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. Имперсоналисты часто приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним.
Эта перспектива может тешить сердце имперсоналиста, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опустившись в океаны глубины, мы обнаружим, что его населяют множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном еще недостаточно, чтобы составить полное представление о нем. По-настоящему знает океан только тот, кто знает все об обитателях его глубин. Тому, кто занимается чистым преданным служением, открываются подлинные духовные качества и совершенство Верховного Господа. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в его царство. Поднявшись на уровень Брахмабуты, освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не прилагая особых усилий, достигает уровня Брахмабуты и очищается от материальной скверной алчности и желания чувственных удовольствий. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа. Об этом говорится также в Шримад-Бхагаватам. Процесс бхакти трансцендентного служения продолжается и после освобождения. Веданта Сутра 4.1.12 подтверждает это. Апрая на татрапи хидриштам Шримад-Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении, как обретение живым существом своей истинной природы, его возвращение в естественное состояние. Мы уже говорили, что по природе каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Поэтому его предназначение – служить Всевышнему даже после освобождения от материального рабства. Обрести истинное освобождение – значит избавиться от ложных представлений о жизни. Когда человек, страдающий от желтухи, излечивается от нее с помощью сахарных леденцов, к нему возвращается способность наслаждаться вкусом сахара. Таким образом, преданное служение – это одновременно путь к совершенству и само совершенство. And... So you see how important you can get to Krishna. Итак, вы видите, как важно вернуться обратно к Кришне. Only by devotional service you can go to Krishna. И только посредством преданного служения можно сделать это. This is also explained in another place in the Bhagavad Gita. Это также объяснено и в другом месте Бхагавад-гиты. Chapter 6, text 46. Глава 6, текст 46. Перевод. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Purport. No, then you go to the next verse. Следующий текст. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. So you see how in this verse, two verses, the devotee is given higher position. Итак, исходя из этих двух текстов, мы понимаем, что преданному отведено высшее положение. Devotional service is the highest. То есть преданное служение, оно находится выше всего. Once you do devotional service, you do everything already. Когда вы занимаетесь преданным служением, вы за ним делаете абсолютно все. 8:28, you go. 8:28, Bhagavad Gita. Глава 8:28.
То есть преданное служение включает в себя все другие виды йоги. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. So you see how by doing devotional service it includes everything. Так, видите, что занимаясь преданным служением, вы, в общем, все включено в преданное служение. Вы получаете все блага от него. So, Krishna consciousness can only be attained by devotional service, you know. То есть сознание Кришны можно достичь только преданным служением. You can go to 11:55 Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 11:54. Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью, только так можно проникнуть в тайну моего бытия. You can read the next verse. Прочитайте следующий текст. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, кто считает меня высшей целью своей жизни и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно придет ко мне. So you see how next only by pure devotional service, free from the contamination of fruitive activity and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Итак, тут подтверждается, что исключительно преданным служением, которое свободно от кармической деятельности, да, и вот этого, что мы читали с вами, только благодаря преданному служению можно будет вернуться к Кришне. So all these other things are not so important. То есть все другие вещи не так важны. Devotional service is most important. Преданное служение самое важное. You can also read 11:14-20. Прочитаем Шримад Бхагаватам 11:14-20. Почитай, нет? 20 и 21 текст читаю. Дорогой Удова, чистое преданное служение, которое предлагают мне мои преданные, подчиняет меня им. Такой власти надо мной не могут добиться те, кто следует путем мистической йоги, овладевает философией санхи, занимается благочестивой деятельностью, изучает веды, совершает аскезу или дает обет отречения от мира. Человек может обрести меня, Верховную Личность Бога, лишь искренне и с полной верой служа мне. Такие преданные очень любят меня и не видят другой цели своего служения, кроме меня самого. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собакоеды могут очиститься от скверны своего низкого происхождения. Correct? Yes.
So you see how by devotional service only you can capture the Lord, you know. То есть только исключительно преданным служением можно поймать стоп Кришны. Understand? And if you perform devotional service, you can go to 11.235. О царь, тот, кто посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога, никогда не собьется со своего пути в этом мире. Он не споткнется, не упадет, даже если будет бежать с закрытыми глазами. You can read 33, 34 and 35, huh? You read 34, you read 33. А ты читал 34 или 35? Нужно прочитать 34, 33, 34, 35. 33, потом 4. Шри Кави сказал, я считаю, что человек, который отождествляется с бренным материальным телом, материальным миром, и чей разум поэтому постоянно пребывает в тревоге, может достичь истинного бесстрашия только одним способом, поклоняясь лотосным стопам непогрешимого Верховного Господа. Благодаря такому преданному служению все страхи полностью исчезают. Next. Следуя методам, которые дал людям сам Верховный Господь, даже невежественные живые существа с легкостью познают его. Путь, рекомендованный Господом, именуется Бхагавата-дхармой, преданным служением Верховной Личности Бога. О царь, тот, кто посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога, никогда не собьется со своего пути в этом мире. Он не споткнется и не упадет, даже если будет бежать с закрытыми глазами. Yes. So you read 35? Yes. So you see how only by devotional service, even if you run with eyes closed, you will never fall down. То есть вы видите, что в преданном служении, если вы бежите с закрытыми глазами, вы никогда не пойдете. That's why devotional service, even you do a little bit, saves you from the greatest danger. Поэтому говорится, что даже если вы немного, да, будете служить преданным, то это спасет вас от величайшей опасности. Bhagavad Gita 2:44, huh? Bhagavad Gita 2:44. Что мы так сказали? Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям, материальному богатству. I think it's 2:40. 2:40. What is the Sanskrit? Sanskrit, прочитай. Нихабрикрама. Correct. This one. Can you read? Тот, кто стал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Again, in the Srimad Bhagavatam, Canto 8, text 22. 8.22? Нет. 8.22. Подожди. Включи, пожалуйста, со мной. I think it's wrong. Canto 8, chapter 5, 8.5.22. 8.5.22, yes? Canto 8, chapter 5, text 48. It's not a question.
Дела, совершаемые ради Верховной Личности Бога, даже если они не очень значительны, никогда не бывают напрасны. Верховный Господь – Отец всех живых существ, поэтому все по природе очень дорожат им, и сам Он неизменно готов действовать во благо своих детей. So you see how you perform a little devotional service. You're so powerful, you know. То есть, занимаясь преданным служением, вы становитесь очень могущественными. You can go to 11:29:8. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Да, я изложу тебе принципы преданного служения мне, следуя которым смертный человек способен одолеть неодолимую смерть». 9. Человек должен выполнять все свои обязанности ради меня, не торопясь и всегда помня обо мне, посвятив мне свой ум и разум. Он должен устремить все свои помыслы на желание преданно служить мне. You can read 20, 11:29:20. 20 текст. Дорогой Удова, этот путь преданного служения мне создан лично мной и потому трансцендентен и свободен от любой мирской корысти. Встав на этот путь, преданный абсолютно ничего не теряет, в этом нет сомнения. You can read 21, 22. Следующий, 21, 22 текст прочитаем. О Удова, о величайший из святых, оказавшись в опасной ситуации, обычный человек плачет, и его сердце наполняется страхом и скорбью. Хотя эти эмоции не способны ничего изменить и потому бесполезны. Но действия, которые человек совершает ради меня, не преследуя личных мотивов, суть настоящая религиозная практика, даже если внешне они кажутся бессмысленными. 22. Этот путь – высший разум разумного и мудрость самого мудрого, ибо, следуя этим путем, человек получает возможность уже в этой жизни приблизиться ко мне, моей вечной реальности, посредством временного и иллюзорного. So you can see how important devotional service is. Итак, вы теперь видите, насколько важно преданное служение. Even Prahlad Maharaj also said this is the most intelligent thing to do. Даже Прохлада Махараджа говорил о том, что это является самым разумным делом. Просто не понимать себя стоило, держи. You can read Madhya Lila 21:36. Давайте прочитаем Мадхья Лилу. Read all the way until 136 all the way to 164, It is 30 verses, yes? Yeah, you just read the verses, huh? В общем, начиная со 136 до 164, 30 текстов прочитаю. Благословенное Писание заключает, что человек должен отказаться от эгоистической деятельности,
спекулятивного знания, мистической йоги и стать путь на путь преданного служения, который полностью удовлетворяет Кришну. Так. Верховный Господь Кришна сказал: дорогой Удава, не посредством аштанга-йоги, системы мистической йоги, направленной на обуздание чувств, не с помощью безличного монизма или аналитического исследования абсолютной истины, не изучение вед, не аскетическими подвигами, не раздача милостыни, не принятием саньяса невозможно удалить меня так, как это можно сделать, служа мне с чистой преданностью. Я очень дорог саду, преданным, и они достигают меня с помощью непоколебимой веры и преданного служения. Бхакти-йога, постепенно усиливающая привязанность ко мне, способна очистить даже человека, родившегося среди собакоедов. Иными словами, каждый может подняться на духовный уровень, став на путь бхакти-йоги. Next verse, huh? Вывод таков: преданное служение – это единственное средство достижения Верховной Личности Бога, поэтому практика бхакти-йоги называется абхидеей, так гласят все откровенные писания. Когда человек становится по-настоящему богат, счастье и всевозможные удовольствия сами приходят к нему. Когда же человек по-настоящему счастлив, все огорчения уходят прочь, без каких-либо усилий с его стороны. Подобно этому, практика бхакти пробуждает дремлющую любовь в человеке Кришне. Для того, кто получил возможность наслаждаться общением с Господом и Кришной, материальное существование, череда рождения и смерти заканчивается. Цель любви к Богу не в том, чтобы разбогатеть или освободиться из плена материи. Истинная цель состоит в том, чтобы преданно служить Господу и наслаждаться трансцендентным блаженством. В ведических писаниях сказано, что центром притяжения для всех является Кришна, и что наше предназначение – служить Ему. Высшая цель жизни – обрести любовь к Кришне. Таким образом, Кришна, служение Кришне и любовь к Кришне – суть три величайших сокровища. Во всех богооткровенных писаниях, начиная с Вед, главный центр притяжения – это Кришна. Человека, который в совершенстве познал его, оковы майи, иллюзорные энергии, спадают сами собой. Существует множество ведических писаний и дополняющих их Пуран. В каждом из этих писаний какой-нибудь полубог называется главным. Это нужно лишь для того, чтобы ввести в заблуждение движущихся и неподвижных живых существ. Пусть они до скончания века тешат себя этими иллюзиями. Однако, внимательно изучив все ведические писания в их совокупности, человек приходит к выводу, что Господь Вишну, и только Он является Верховной Личностью Бога. И косвенный и буквальный смысл Вед один. В конечном счете они прямо или иносказаниями указывают только на Господа Кришну. Господь Кришна сказал, что на что направлены все ведические писания, кого они ставят в центр внимания, кто является предметом всех рассуждений. Никто, кроме меня, этого не знает. Знаю же, что наставление Вед указывает на меня и предписывает поклоняться мне. Ведические писания дают человеку возможность познать меня умозрительным путем, либо с помощью косвенного толкования текста, либо с помощью его буквального понимания. Все рассуждают обо мне. Суть ведических писаний в том, что они проводят различия между мной и майей. Поняв, что представляет собой иллюзорная энергия, человек возвышается до знания обо мне. Благодаря этому он избавляется от необходимости размышлять о ведах, И в итоге приходит ко мне, так он обретает удовлетворение. Трансцендентное тело Господа Кришны не имеет пределов и исполнено бесконечных совершенств. Он обладает внутренней и внешней пограничной энергиями. Материальный мир представляет собой проявление внешней энергии Кришны, а духовный
проявление его внутренней энергии. Поэтому Кришна является изначальным источником как материального, так и духовных миров. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам раскрывается другая тема. Ой, 10-я тема Верховная Личность, Сам Господь, прибежище всех обусловленных душ. Его зовут Шри Кришна, и он является высочайшим источником всех вселенных. Я почтительно склоняюсь перед ним. Did she call? О Санатана, услыша вечном образе Господа Кришны. Кришна абсолютно истинна, свободная от двойственности, однако он живет во Вриндаване, как сын Махараджи Нанды. Кришна изначальный источник и совокупность всего сущего. Он изначальный, он лучший из юношей, его тело целиком состоит из духовного блаженства. Он является прибежищем всего мироздания и повелителем каждого. Кришна, Говинда, Верховный Повелитель, его тело духовно, вечно исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Изначальная Верховная Личность Бога, Кришна, его изначальное имя Говинда, он полон всех достояний, а его вечная обитель называется Голока Вриндавана. Все эти воплощения Господа являются либо полными экспансиями, либо частями полных экспансий Пуруша-аватар. Но Кришна, Верховная Личность Бога, сам Бог. Каждую эпоху он в своих разнообразных воплощениях защищает мир, когда враги Индры создают в нем беспорядки. Есть три духовных способа постижения абсолютной истины. Эти философские поиски, мистическая йога и бхакти-йога. Тем, кто применяет эти способы, абсолютная истина открывается, соответственно, как Брахман, Параматма или Бхагаван. Лишенный разнообразия, сияние безличного Брахмана представляет собой лучи, исходящие от тела Кришны. Это похоже на солнце. Когда мы смотрим на солнце невооруженным глазом, то кажется, что оно состоит из одного сияния. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, обладающему колоссальным могуществом. Ослепительное сияние его трансцендентного тела – это безличный Брахман, абсолютный, целостный и безграничный, в котором плавают миллионы и миллионы вселенных с бесчисленными планетами, наделенными разными богатствами. 64. Параматма, сверхдуша, это полная экспансия Верховной Личности Бога. Изначальной души всех живых существ Кришна является источником параматмы. Знаете, что Кришна – изначальная душа всех атомов живых существ ради блага всей Вселенной. Он по своей беспричинной милости принял облик обычного человека, сделав это с помощью своей внутренней энергии. Но зачем тебе, Арджуна, знать все эти подробности? С одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Постичь всесовершенный трансцендентный образ Кришны можно только с помощью преданного служения. Хотя Господь один, Он по своей высочайшей воле распространяет бесчисленное множество форм. Окей. Finish. Yes. So you see how important devotional service is. Итак, преданное служение очень важно, вы в этом убедились. Yes. Да, преданное. Okay, can you go to Adi Lila 8:17? Adi Lila 8:17. Ва, как я тут найду ее? А, вот, секунду. Аделина, 8:17. I will read. Yes. Углубляя свои философские познания, человек способен осознать свою духовную природу и обрести освобождение. А совершая жертвоприношение и благочестивые поступки, можно получить награду права на чувственные наслаждения на высших планетах. Но преданное служение Господу столь редко, что обрести его нельзя
даже совершив многие тысячи жертвоприношений. Read the commentary. Прочитаем комментарий. Махараджа Прахлада учит: эти шлоки следует рассмотреть подробно. Их смысл в том, что никто не может обрести Кришна-бхакти, преданное служение Господу, путем формального отправления ведических ритуалов. Для этого необходимо обратиться за помощью к чистому преданному. В одной из песен Наратама Даса Тхакура есть такие слова: Чхадия Вайшнава Сева Нистара Пае Чхекеба. Кеба. Найдется ли тот, кому удалось возвыситься, не служа чистому вайшнаву? Махараджа Прахлада утверждает, что до тех пор, пока человек не примет себе на голову пыль с лотосных стоп чистого вайшнава, ему не достичь преданного служения. В этом весь секрет. Приведенная здесь тантра вачана, вачана, изречение из тантры, взятое из бхакти Расамрита Синху, 1.1.36, является для нас совершенным руководством в этом вопросе. You can read the next verse. Следующий текст. Yeah. Если преданный ожидает от Господа освобождения или чувственных наслаждений, то Кришна немедленно дает ему их, но чистое преданное служение он от него до поры до времени прячет. Can read the next verse. Слышала на русском 8.19, как найти? 19, huh? Next verse, 19. Yes, but it is in English. Oh, it's in English, yeah? Найти, пожалуйста. 8.19, отделила на русском, нужно найти. Yes, так. Великий мудрец Нарада сказал: «Дорогой Махараджа Юдхиштхира, верховная личность Бога Кришна всегда готов прийти на помощь вам. Он ваш повелитель, гуру, Бог, самый дорогой друг и глава вашей семьи. И тем не менее, он иногда соглашается быть вашим слугой или посыльным. Вам не сказано повезло, ибо такие отношения возможны лишь только для тех, кто занят бхакти-йогой. Господь может с легкостью даровать освобождение мукти, но получить от него бхакти-йогу трудно, поскольку она ставит его в зависимость от преданного». Can read the commentary. Прочитаем комментарий. Это цитата из Шримад-Бхагаватам 5.6.18, описывая качество Ришабхадевы. Шукадева Госвами указал на различие между бхакти-йогой и освобождением, произнеся данный стих. В отношении с Яду и Пандавами Господь иногда выступал в роли их господина, иногда в роли их советника, друга, главы семьи или даже слуги. Однажды Кришна взялся исполнить указание Юдхиштхиры. Юдхиштхира лично доставил Дурьотхане его письмо с предложением мира. Он также стал крестичем Арджуны. Это доказывает, что бхакти-йога устанавливает между преданным и верховной личностью Бога близкие отношения. Такие отношения имеют вкус одной из пяти трансцендентных рас. Даси, Сакья, Вацали или Мадхури. Если же преданный стремится просто к освобождению, он очень легко добивается этого от верховной личности Бога. Это подтверждает Билвамангала Тхакур. Мукти своям мукули магели севате сман. Для преданного мукти не имеет большой ценности, поскольку мукти всегда стоит у порога его дома, ожидая указаний. Поэтому настоящего преданного должно привлекать поведение жителей Вриндавана, которые неразрывно связаны с Кришной узами любви. Земля, вода, коровы, деревья и цветы служат Кришне в Шантарасе. Его слуги служат в Дасьярасе, а друзья-пастушки в Сакьярасе. Старшие гопи и гопы служат Кришне в качестве его матери и отца.
дяди и других родственников, тогда как юные гопи, девушки-пастушки, служат Кришне в расе супружеской любви. Служа Кришне, преданный должен почувствовать естественную предрасположенность к какому-либо виду этих трансцендентных отношений. Только тогда его жизнь увенчается успехом. Обрести освобождение для преданного не составляет особого труда. Освобождение может обрести даже тот, кто не способен установить отношения с Кришной. Такая душа сливается с сиянием Брахмана. Это называется саюджа-мукти. Хотя вайшнавы признают такие формы освобождения, как сарупия, салокия, самития и саршити, они никогда не принимают саюджа-мукти. Но чистый преданный не приемлет освобождение, к какому бы виду оно ни относилось. Он желает только одного – служить Кришне и быть связанным с ним трансцендентными отношениями. Это высшее совершенство в духовной жизни. Философы Майявади желают слиться с бытием сияющего Брахмана, но преданные неизменно отвергают эту разновидность освобождения, описывая этот метод освобождения, который называется, именуется Кайвалией, слиянием со Всевышним Шрила Прабодхандана Прабхунанда Сарасвати Тхакур говорит Кайвалиям Наракаяте. Слияние со Всевышним равнозначно низвержению в ад. Таким образом, идеал философии Майявады для преданного подобен аду. Ни один преданный не согласится на такое. Философы Майявады не подозревают, что даже если они и ни один преданный не согласится. Даже если они и вольются. Даже если они и вольются в слияние Всевышнего, это не принесет им высшего умиротворения. Индивидуальная душа не может долго оставаться в сиянии Брахмана. В состоянии вынужденного бездействия через некоторое время в ней снова проснется желание действовать. Однако, поскольку такая душа ничего не знает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога и не понимает, что такое духовная деятельность, ей приходится возвращаться в материальный мир и продолжать свою материальную деятельность. Подтверждение тому находит Шримад Бхагаватам 10.2.32. Арухе Кричхина Парам Падам Татаха Татанти Адхо Надритта Юшмат Ангрираяха. Бхагават 10.2.32. Поскольку философы Майявади не имеют никаких сведений о трансцендентном служении Господу, но даже после того, как они получают освобождение от материальной деятельности и сливаются с сиянием Брахмана, им приходится возвращаться в материальный мир, где они открывают больницы и школы и занимаются другой благотворительной деятельностью. Next verse. Следующий стих. Господь Шри Чайтанья Махапрабху раздавал любовь Кришне всем и каждому, даже таким падшим душам, как Джагай и Мадхай. Что же говорить о благочестивых и праведных? Комментарий? No, very long commentary. So you read next time, you can read yourself, Длинный комментарий, советую вам прочитать его самостоятельно потом. Next verse. Следующий стих. Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, полностью независим. Поэтому он может, не делая различий, всем и каждому раздавать любовь к Богу, хотя это самое заветное из сокровищ. Next verse. Даже в наше время любого человека, будь он праведником или богохульником, повторяющего Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, немедленно переполняет восторг, и глаза его наполняются слезами. Next verse. All this purport you can read yourself, Все эти комментарии прочитайте сами. Стоит кому-нибудь упомянуть о Нитьянанде Прабху, как в этом человеке пробуждается любовь к Кришне. Все части его тела приходят беспокойство от экстаза, слезы текут из его глаз, как потоки Ганги. So I have explained what's importance of devotional service. Итак, я объяснил вам, в чем заключается важность преданного служения. Yes.
Да, преданные. Yes. It's clear or not clear? Сейчас вам все понятно или остались какие-то неясности? Возможно, вопросы? Принимаю. Understand? Yes. I think devotional service, the only way to get Krishna is by bhakti. Единственный способ получить Кришну — это бхакти, преданное служение. There's no other way. Нет никакого другого пути. That's why in the Bhagavad Gita 1866. Вот почему в Бхагавад Гите 1866 он не говорил откровенно. Krishna says, give up all things and just surrender to me. Кришна сказал, оставь все и просто предайся мне. Bhagavad-gita, you show? Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Оставься религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Ничего. Не бойся ничего. No need commentary. Okay, so it is very important. Krishna says, just surrender to me. Yes? Да, Кришна говорит, что это очень важно, просто предайся мне. And that is devotional service. Это и будет являться преданным служением. So can we ask questions? Yes? Yes, you can ask questions. I have a question. Yes. It's actually the topic which I ponder on, and I do not fully understand it. I mean, for example, at my stage, I am not able to surrender fully to Krishna. And Krishna explains many types of yoga, karma yoga, and so on and so forth. And when I read the commentaries, I feel as if I also have to follow this. So at you the same time, I have to follow this karma question. Yoga. Huh? You can translate this question to Russian. Ну, я переведу, да? Это та тема, которую я много думаю и до конца не понимаю. Например, вот в своем положении нынешнем я не способна, как мне кажется, предаться просто Кришне. И мне кажется, я должна следовать каким-то другим путям, которые Кришна описывает в начале Бхагавад-гиты. Карма-йоги, например. So therefore, to understand, you need the help of a guru. Вот почему, чтобы понять, вам нужна помощь гуру. If you don't have a guru, then all this will become very confusing. Если у вас не будет гуру, все это будет очень сильно сбивать с толку. Krishna is speaking about karma yoga. Krishna is speaking about jnana yoga. So he also speaking about bhakti yoga. Кришна говорит и о карма йоге, и о джняна йоге, и о бхакти йоге. That's why, with the help of the spiritual master, then we will understand actually what Krishna wants us to do. Вот почему именно при помощи духовного учителя, да, с его помощью мы поймем, чего хочет от нас Кришна. Actually, Krishna wants us to become a bhakti yogi. На самом деле Кришна хочет, чтобы мы стали бхакти йоги, ну, то есть занимались бхакти йогой. But not everybody is so advanced to give up everything and go to Krishna. Но не все настолько продвинуты, чтобы сразу же предаться. Step by step. То есть все это будет поэтапно происходить. Миречка, что ты хочешь? Я хочу тебя. Я хочу
хотел тебя... Ну, не, Юлечка, посиди со мной, да? Ну. Окей. So step by step, you know, you by surrendering to the spiritual master, then you will learn the process. Итак, просто постепенно сначала вы предаетесь духовному учителю, и процесс будет открываться вам. Yes. Понимаете? Мальчик, иди в Лего поиграем. Хорошо, я дарю тебе. So it means that at the same time, that's why we have to follow Varnashrama Dharma, yes? So step by step we will... No, not necessary. Devotional service includes everything, you know. Like pouring water into the root of the tree, you know. Ну, я задала вопрос вот про Варнашрама Дхарму, поэтому мы должны следовать Варнашрама Дхарме, чтобы постепенно, да, как бы возвыситься. И Сундар Гопал Прабху отвечает, что не обязательно, потому что преданное служение включает в себя все. Это как поливать корень. Шримад Бхагаватам, Канто 5, Канто 8, Chapter 5. Потому что она не знает, стало ли тяжело. Шримад Бхагаватам 49. 49. Вот, включи, пожалуйста. Когда поливают корень дерева, то его ствол и ветви тоже насыщаются водой. Точно так же, как когда человек преданно служит Господу Вишну, он, по сути дела, служит и всем существам, ибо Господь — сверхдуша в сердце каждого. Комментарий? Yes. Поклонение Господу Вишну — лучший из всех видов поклонения. Но поклоняться Вайшнаву, преданному Господу, еще лучше, чем поклоняться Вишну. Есть много полубогов, которым поклоняются люди, алчущие материальных благ, обеспокоенные множеством материальных желаний. Эти люди поклоняются Господу Шиве, Браме, богине Кали, Дурге, Ганеше и Сурье и надеются получить от каждого из них те или иные благословения. Но на самом деле человек может обрести все желаемое, просто поклоняясь Господу Вишну. Это же истина выражена в другом стихе Шримад Бхагаватам 4.31.14. Поливая водой корень дерева, мы питаем его ствол и ветви, плоды и цветы, а отправляя пищу в желудок, даем силу каждой части тела. Точно так же, поклоняясь Господу Вишну, можно удовлетворить всех и каждого. Движение сознания Кришны не секта. Оно несет благо всему миру. Любой может присоединиться к этому движению, независимо от своего происхождения, убеждений, вероисповедания, национальности. Если человек научился поклоняться Верховной Личности Богу Кришне, источнику Вишну Таттвы, то он обретет полное удовлетворение и достигнет высшего совершенства. So you understand, once you do Krishna consciousness, then you don't have to go do other things. Итак, если вы занимаетесь сознанием Кришны, то вам не нужно практиковать ничего другого. Krishna consciousness includes everything. Сознание Кришны включает в себя все. We read no chapter 8, text 28, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, one more time. 8:28. 8:28 мы с вами, по-моему, прочитали, да? Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучение вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милости, философскими изысканиями, благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов.
деятельности в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. You can read 3:33, 6 and 7. 3:33, 6 и 7 текст. 3:33, 6 и 7. Нет, 6, потом 7. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествование о его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? You can read the commentary later, you know, you read the next verse. Позже прочитайте, согласно комментарии. Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения, и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовение в святых местах, паломничество, изучать веды и выполнять все предписания шастр. So therefore, devotional service, although it looks like karma yoga, but it's not karma yoga. Поэтому, хотя может показаться, что преданное служение похоже на карма йогу, оно не является ею. Because in karma yoga, the person is doing it for some material benefits. Потому что в карма йоге человек так или иначе делает это ради какого-то блага. But because he's doing it for Krishna, so that is different. Но так как он делает это для Кришны, то это немного другое. By doing it gradually, gradually he will become detached from it. То есть постепенно, постепенно он потеряет способность, да, вот к этим действиям ради благ. Devotional service is very powerful. It purifies the consciousness. Преданное служение очень могущественно, оно очищает сознание. You can see for yourself, you are chanting Hare Krishna, you can see your life is changing. Вы можете судить по себе, вы воспеваете Харе Кришна и видите, как ваша жизнь меняется. Yes. Разве не так? Yes. So you may have a confusion, but the best thing is to clarify. Возможно, у вас и будут какие-то, есть какие-то, ну, сложности, да, с пониманием, но это все best to clarify, yes? You must clarify with the devotees, you can approach and ask questions. То нужно просто прояснять, обязательно обращаться к преданным, задавать вопросы. Yes. Yes, thank you. Clear, huh? Any other questions? А есть еще вопросы преданные? We have another question, but it comes from one Mataji, and she wants to understand the process of initiation through Skype. Because she lives far away and she won't be able to come to Russia for the initiation. Yeah, but first she must qualify, no? Yes, she says she is ready. She is ready, but we have to see if she is ready or not, no? Yes. so that you could see that this fact, what should she do? She should be recommended by somebody, no? By somebody. By whom, for example? Maybe somebody who knows her. But she is alone in her town, and we only have keep the contact through the internet. Oh, which town is she in? She lives in Kazakhstan. Kazakhstan. Oh, that is in a different country, huh? Yes, different country. But she following very strictly. She can does she speak English? No, she doesn't. That's the problem. She speaks Russian now.
only, and she Yeah, never mind. Never mind. You translate. You tell her that she must wake up in the morning, chant Mangala Arati, and do 16 rounds. Follow four principles. No eating outside food. Yes, she watches the lectures with you, not only those which we have, but also some others which were translated by other Matajis. No, okay. she must be only interested in working with us, you know. That's another condition. Uh-huh. We don't want to give initiation and then the person will do whatever he likes. That we don't like that one. Yes, maybe you have misunderstood me. I said that she watches the lectures, your lectures, translated by another Matajis, not me. Yes. Okay, no problem. As long as she is dedicated to ISKM, then yes, we will initiate her, no problem. Mm-hmm. Okay. You tell her? Yes, I will. Because we need to be loyal, you know, otherwise we have a lot of problem, you know. Mm-hmm. Can I translate this part? Yes. Ну, преданный, я уточняла про инициацию по скайпу, Сундаргопал пробовал объяснять, что должна быть какая-то рекомендация, она должна строго следовать, с ней должны общаться, вот, а также она должна быть, так сказать, предана айске, то есть и следовать, то есть разделять... Initiation means the beginning, you know, it is not finished. Инициация значит начало, это не конец. Mm-hmm. So unless she gets some strong guidance, then how she will grow spiritually? То есть пока она не получит очень такого сильного, хорошего, yes, так сказать, руководства, как она сможет духовно продвигаться? Now that you have associating with me for some months already now, no? Вот, например, мы сейчас уже, наверное, несколько месяцев общаемся с вами. Is your faith increasing stronger? Her faith? Faith, your faith, you know, your belief. Yes. Сундаргопал Прабху спрашивает, ну вот мы общаемся, ваша вера усиливается по мере того, как мы общаемся? Yes or no? Да или нет? No. Yes. So this is the test. Это является тестом. Then if you are guided properly, then yes, you will grow nicely. Если у вас будет как, ну, хорошее руководство, то вы будете быстро прогрессировать. Simply take initiation and do what you like, that is not going to help, no? Это не так, что вы получили инициацию и сделаете, что хотите. Так не работает процесс. And I don't want to be responsible for that kind of initiation. И за такую инициацию я не хочу нести ответственность. It will spoil everything. Вы просто можете все испортить. Like some people are doing Ritvik initiation in Russia, everybody get initiated and they do all nonsense. What's the point? Вот, например, в России, да, проводят эти ритвические инициации, потом эти преданные занимаются всякой чепухой, которая им взбредет в голову. Какой смысл в этом? Да. Разве не так? Да. Yes. So we have to become serious, huh? Мы должны стать серьезными. Then ISKM will be recognized. Пропустила, что сказала. Sorry, I didn't hear the last... ISKM, then ISKM will be recognized as a very correct and proper organization. Ну да, тогда просто организация ISKM по достоинству оценит, как... Otherwise, they will laugh at the Ritviks. А иначе они будут просто смеяться над Ритвиками. Yes. Понимаете? There is a question about, well, my husband is interested in, and he wants to understand what should be the qualification of Ritvik. The qualification of Ritvik who gives initiation or what? Yes, yes.
gives initiation. The qualification of me, actually, huh? For example, you, yes. So you have to see, you have to talk to me, correct? Mm-hmm. Вопрос такой. You have to see. You have to see what I'm doing also, whether I'm qualified or not. Mm-hmm. Вопрос такой, какова должна быть квалификация у того, кто дает ретивическую инициацию, ну, в том числе, да, и квалификация Сандарга Палпрабху. Он отвечает, что вы должны просто общаться и смотреть, следую ли я всему, и видеть, как я живу. Everybody is accusing me that I want to become a guru. Все обвиняют меня в том, что я хочу стать гуру. Just because I get some garland, I sit on the Vyasasan like that, so I'm becoming guru. Из-за того, что мне предлагают гирлянды, или я сижу на Вьясасане. Guru means mainly he advertises himself as, you know, talking like he is a guru, but do I do that? I didn't understand this. When you are wanting to be guru, your words, you know, you, when you talk, you will also exhibit the symptom that you want to take puja and you want to become worship, yes? Ну, то есть, как бы, если человек хочет быть гуру, то должны быть проявлены такие симптомы, что он хочет там, принимать поклонение, чтобы мы пуджа проводили. Do I do that? Но я не делаю этого, разве? Разве я делаю это? Прошу, да. Because I went to one house program and it's Indian custom that they must wash the feet of the sadhu. What to do? That is their Indian custom. Да, so they wash my feet at outside their house, they wash my feet, not even inside the house. Not even inside the house? Yeah, they wash the feet outside the house, you know. Но Сундар Гопал Прабху вот рассказывает про этот случай, когда он посетил одну индийскую семью, где ему омыли стопы, потому что что он мог сделать с тем, что это была их культура, и они омыли стопы даже не в доме, а снаружи. So because they wash my feet, then they say, you see, I want to become guru. Ну, из-за того, что они омыли мне стопы, они говорят, теперь вот видите, мы говорили, он хочет быть гуру. If I want to become guru, then, you know, they will, I will ask everybody to chant my mantra, I will ask you to worship my picture, blah, 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 right? Ну, если бы я хотела этого, я попросил вас воспевать мне мантру, поклоняться моему изображению. Разве... Do I do that? Do I do that? Разве я прошу вас делать это? Even the gurus, they ask me, Sundar Gopal, you are quite very qualified, why don't you become guru? Даже гуру задавали мне вопрос, Сундар Гопал, вы достаточно квалифицированы, почему бы вам не стать гуру? I said, no, Prabhupada never asked us to be guru. Мне сказал нет, Шрила Прабхупада никогда не просил нас становиться гуру. You understand? Понимаете? The main thing is the association. Самая главная вещь это общение. Because you also have a heart. We also have a heart, no? А, потому что у вас также есть сердце. And Krishna is inside your heart also, correct? Кришна также и в вашем сердце находится. You can also see what is right, what is wrong. Вы можете тоже видеть, что верно, а что нет. Correct? Yes. If I'm a nonsense, you will also know I'm a nonsense. If you what? If I'm a nonsense, you will also know I am a nonsense. Ну, если я мошенник, да, негодяй, то вы тоже об этом узнаете. Ну, узнаете. So far, do I act like a nonsense? Ну, вот на сегодняшний день действую ли я как мошенник или негодяй? Да? No. Why, yes. So this is your test, you know. When you get connected, you will see that so many people in ISKM are connected and they are doing very nicely. Ну, это тест. Вы заметите, что люди, с кем они имеют вот эту связь, и у них все очень хорошо получается.
And ISKCON is growing all over the world. So many devotees are joining us. И преданные по всему миру присоединяются к нам. Correct? Yes. So if you are correct, then everything is correct. То есть, если вы все правильно делаете, то все хорошо. Because this is coming from Krishna and Prabhupada. Потому что это исходит от Кришны и Прабхупады. You cannot cheat Krishna and Prabhupada. That's not true. Невозможно обмануть Кришну и Прабхупаду. Yes. Yes, Prabhu. Any other questions? Еще есть вопросы преданные. Лила Манджари Матаджи, включите микрофон, можете задать вопросы, вы там писали мне. Нажмите на кнопочку микрофона на экране там. Она здесь? А может просто прочитать? Вот, вас слышно, говорите. Окей, да. Сонаргапал Гаппу, Прабу, very glad I see you. I'm also seeing you. I'm not seeing you, but I have met you before. I'm very much impressed with your association. У меня такой вопрос. Значит, если чистый преданный типа Шрила Прабхупада, он общается непосредственно с Параматмой, непосредственно. И Кришна, он ему говорит, вот это делай и так далее. Так я к тому говорю, а все как бы низшие, но более ниже уровня преданные, они обязаны задавать вопросы именно Шрила Прабхупаде для разрешения. Так вот, когда начал деятельность свою, Кришна Кант начал выпускать журнал, это значит, получается, что ему Шрила Прабхупада указание дал? Или они от себя это делают? Меня этот вопрос очень интересует, потому что столкнулись с Зеленской здесь. Поэтому мне важно это выяснить для меня. Я считаю, что Шрила Прабхупада не мог дать таких указаний, чтобы начали как бы восстанавливать его функцию. Вот, ну, это мое мнение, конечно. Переведи. So, Lila Manjari, last days, maybe weeks, she has some confrontations with some devotees from IRM. And her question is, she wants to understand for herself. So the question is that, for example, Srila Prabhupada, he was on such a high level that he actually could listen and talk to Paramatma. But we, being lower and inferior, we cannot do that. So when Krishna Kant Prabhu started to write this magazine, yes, back to Prabhupada, I have forgot to translate another thing. Srila Prabhupada said that unless we can talk to our Paramatma, we have to ask questions to Srila Prabhupada, yes? And, well, was it the direction of Paramatma to establish his position of being the sole Diksha Guru, what Krishna Kant Prabhu is making at the moment? Krishna Kant Prabhu is a nonsense. Ну, Krishna Kant Prabhu негодяй. We don't need to listen to him at all. Мы вообще не должны слушать его. Because we are not so advanced, so Prabhupada has given us a system. Из-за того, что put in place, he has put in place the Ritvik system. Из-за того, что мы с вами находимся на очень низком уровне, Шрила Прабхупада установил эту систему ритвиков. That Prabhupada will give the guidance. А Шрила Прабхупада будет давать нам все руководство. And we have to hear his instruction through his books and associate with the devotees. Мы должны слушать его наставления через книги и общаться с преданными. And one day you can talk to Krishna. И в один день вы сможете общаться с Кришной. This is the system. Какова система? And whatever Prabhupada is giving you, that is coming from Paramatma. What's the problem? Все, что вам дает Шрила Прабхупада, все это исходит от Параматмы. В чем проблема? Yes.
And Prabhupada said, you will follow the 16 rounds and four principles, you will go back to Vaikuntha. Whether you talk to Krishna, you don't talk to Krishna, you will go back. What's the problem? Шрила Прабхупада говорил, что если вы будете следовать вот этому 16 кругов, 4 принципа, то вы вернетесь на Вайкунтху. Неважно, общаетесь вы лично с Кришной или нет. Yes? Yes. You don't need Krishna Khan for that. И для этого вам не нужен Кришна Кан. Мне Кришна Кан не нужен. Я хочу, вы вопрос самый главный не задали. Надо задать вам вопрос. Я знаю, что ему не было никаких указаний от Шрилы Прабхупады. Никаких. А он, они это выставляют, что им как бы вот Шрила Прабхупада последним приказом дал понять, что надо обязательно проявлять и критиковать, и выводить их на чистую воду. Я вот о чем. Не давал указаний Шрилы Прабхупады. Это я уверена просто, что не давал он никаких указаний. Они просто самолично все это начали делать против ИСКОНа и так далее. Журнал «Назад к Прабхупаде». Что такое «Назад к Прабхупаде»? Мы ученики его. Что такое «Назад к Прабхупаде»? Это вообще непонятно. То есть... Окей, I will try to... make some clarification about the question. Is that Lila Manjari Mataji, she understands that he could not get any kind of directions direct from Srila Prabhupada. But they say that this last final order by itself is the direction that we all have to work very hard on establishing his position as Diksha Guru. And we have to criticize and we have to battle, make all these fightings with gurus and so on. But our ISKM is not doing that. Да, я перевела, уточнила, Матаджи. Но вот ответ идет, что Сундар Гопал Прабху говорит, с ISKM этим не занимается. Preaching and many people are coming. We have no need to. Prabhupada never spent time criticizing his god brothers. Мы проповедуем активно, приходят новые люди. Ну, вот, например, Шрила Прабхупада никогда не тратил так много времени, чтобы критиковать своих братьев. Prabhupada concentrated on preaching. Он сконцентрировался на проповеди. So what is this IRM doing? They're writing criticism and criticism and criticism. What is the use? Not one temple, not one devotee, one, you know, not one book distribution. What's going on? Ну, а IRM чем они занимаются? Сплошная критика, да? Никакого храма. Не занимаются распространением книг, никакой проповеди. Вообще ничего не происходит у них. Я об этом говорю. Prabhupada said, you know, you can go to 11.28.2, Shrimad Bhagavatam, 11.28.2. Всякий, кто превозносит или критикует качество и поведение других людей, быстро оказывается в плену иллюзорной двойственности и тем самым вредит себе. You understand? Вы понимаете, да, о чем идет речь здесь? Понимаю. So this thing they are doing is just some nonsense waste of time. Так что то, чем они занимаются, это просто пустая трата времени. Давайте папочка тебе вытрет. Does she understand that? Это Лила Манджари, вы понимаете, да, вот этот момент? Я-то понимаю, я боюсь, что меня не поняли. Я как раз об этом и говорю. Вот, я хотела вот услышать его слова подтверждения. Все, что я сейчас услышала, я услышала. Потому что я лично... Лила Манджари understands it, but they do not understand it. She simply wanted to hear. No, we don't disturb them. Let them do their nonsense. We will go on, do our work. Знаете, не будем вообще, как бы, ну, так скажем, disturb это, ну,
доставлять им беспокойство, да? Просто лучше продолжать делать свою работу, свое дело. If they want to sit for another 300 million years doing this, that's their problem. Если они хотят заниматься этим хоть след... No, I didn't understand. If they want to carry on doing this work for next 300 million years, let them yes. do. Mm-hmm. Если они захотят хоть 300 миллионов лет еще этой деятельностью заниматься, пусть занимаются. Simply waste of time. А, ну это просто трата времени. You understand? The best way to challenge the guru is to show that you can do better. Лучший способ бросить вызов вот этим всем самозваным гуру – это показать пример. Yes. Что ты можешь сделать лучше. Yes. Yeah, you met the Krishna Khan and you also met me. Right? Вы виделись с Кришна Кантом Прабху и со мной. Who is doing better? У кого дела идут лучше? Я так понимаю, что опять меня понимают, что я неправильно понимаю, что ли, вот, иначе вы не... Нет, я объяснила, что... Почему вы мне так объяснять? Я как раз вот об этом и говорю. Угу. 15 храмов, значит, Кришна благоволит к Сундарагопалу, благоволит, и это надо понять. Поэтому лучше делайте сами лучше, чтобы вы показали себя с лучшей стороны, а не просто вот там что-то критиковать кого-то. Я как раз об этом. Но если вы неправильно сейчас переведете, я просто очень в ужасе в каком-то, что он не понимает, о чем я говорю. Лена Манжаева, я все правильно перевела, все, мы все друг друга поняли. Просто он предлагает мне не думать вообще о Байрон, понимаете? Лена Манжаева как бы недопонимает, и вот он мне сейчас объясняет это. Я как раз об этом толкую и пытаюсь... Тогда, Лена Манжаева, а в чем заключается ваш вопрос тогда? Вопрос в том, что правильно, что Параматма и Кришна не давали никаких указаний этому. Ну, они это делают самостоятельно, вот и все. Вот это нужно было донести до него. Ну, я все объяснила. Лила Манджари Матаджи, пожалуйста, не переживайте, я английский хорошо знаю. Я все передала четко, но он еще раз подтверждает, просто дублирует, понимаете? Я понимаю. Нет, yes, не потому что вы не поняли. Лила Манджари Матаджи... is very confused and she thinks that maybe I have wrongly translated you and you think that Lila Manjari Mataji doesn't understand all these things. But she says that she understands, she simply wants to hear the approval of what she thinks. You see? I don't understand. She agrees with us or with them? Yes, with you, of course. And then that's it. Why she bother about them? Forget them, you know? Сундарагопал Прабху, что сейчас уточнил еще раз, так она, ну, что, с кем вы соглашаетесь? С оппозицией Аскем или с Кришнакантом Прабху? Я говорю, конечно, Аскем. Он говорит, тогда просто нужно забыть про IRM. IRM cannot help anybody. IRM никому не может помочь. They're only helping the gurus. By stopping initiation. Они помогают гуру тем, что останавливают процесс инициации. The whole idea of Ritvik is initiation, and they are stopping it. So what is the use of this IRM? Вся идея системы ритвиков это чтобы были инициации, они это остановили. Тогда какая? В чем? Yes, Lila Manjari understands everything. She has no doubts. She has. Yes. Good. Tell her, you know, don't waste the time with IRM. Talk about making more devotees for Prabhupada. Ну, я еще раз уточнила, объяснила Сундарагопалу Прабху, что вы никаких сомнений у вас нет, она, что вы просто хотите вот убедиться. Он говорит, да, это очень хорошо. Просто мой совет, перестаньте вообще думать об этих людях и общаться с ними. Лучше заниматься проповедью и расширением. Thank you very much. Очень хорошо. Хорошо. What is that? Хорошо, huh? Good. Very good. No, what is thank you? Thank you is... Спасибо.
Спасибо, спасибо. Да. Yes? Yes. Mm. So let us work together and make Krishna and Prabhupada, you know, happy. Поэтому давайте вместе сотрудничать и доставлять удовольствие, радость членам Прабхупаде и Кришне. Let's open one Ritvik temple in Russia. Давайте откроем один ритвический храм в России. Давайте. Где? Yes, let's do it. Yes, let's do it. And then we will show this IRM, what is ISKM. И тогда мы покажем IRM, что значит ISKM. We are not talking, we are doing. Мы не просто разговариваем, да, говорим, мы делаем. Okay. Thank you very much for your support. Спасибо вам большое за вашу поддержку, Матуш. Any other questions? Есть ли еще вопросы, преданные? Я хотела спросить еще один вопрос. Вот Шрила Прабхупада, как вообще дневники Хари Шаури, он говорит, что о душах, якобы ученые, которые вот когда проводят какие-то исследования, то многие души, они могли бы воплотиться в теле вайшнава, например, или родиться в семье вайшнава, но они вынуждены рождаться в теле собак и кошек. Вот это мне вопрос непонятный, разъяснений нет, поэтому я очень бы хотела, чтобы вы объяснили. Вот, говорят, небоскребы строят в Америке, они таскают кирпичи эти рабочие, они не понимают, что они родятся именно в телах кошек, низшей формы жизни. В чем суть этого и как вот это выглядит? Вы объясните мне, пожалуйста. Я, честно говоря, вопрос вообще не поняла. Да? Да. Что за... А где об этом речь шла? В дневниках Хари Шаури Прабху, да? Хари Шаури, да, вот 2.2. Я тогда, знаете, я просто сама пошлю письменно Сундара Гопалу Дасу этот вопрос, попрошу сына, чтобы он мне перевел это, вот, и ему пошлю, потому что действительно перевести его очень сложно, я понимаю вас, поэтому оставим да, тогда. У меня просто, ну, все растеклось, я не поняла, о чем речь идет. Никаких претензий не имею, вы очень хорошо знаете английский, это я вижу. Я просто к тому, что я сама напишу. Я часто ему писала письма-то. Сейчас вот долгое время не пишу. Я просто напишу, и мне переведут. Я могу вам перевести, если что. Могу я вам прислать, а вы переведите. А то мне сына просить, он, знаете, у меня конючится часто. Да. Вот. Я с удовольствием послужу вам, Матадж. Спасибо вам огромное. Сундар Гопал Прабху Лила Манджари Матаджи, she will send me her question, and I will translate it and send it to you in writing, okay? Can, no problem. Yes, хорошо, нет проблем. Okay. Anybody else, any other questions? Еще вопрос, преданный. Хари Кришна, такой вопрос. В каких отношениях нам находиться с теми, кто самопровозглашает себя ритвиками, вот, и, так скажем, дают инициации вне СКМ? Вот, допустим, есть некоторые люди, там открыли, там, допустим, центр Шрилы Прабхупады или еще какой-то, и дают инициации ритвические. Какие отношения у нас с ними должны быть? So the question comes from Pavel Prabhu. What kind of relationship we have with those who self-announce themselves Ritviks without any sanction? For example, there are several such people who are out of ISKM and they give initiations or they have preaching centers. What relationship we have to maintain with these people? Well, because they are all independent, they're doing their own thing. Но поскольку они все независимые, они занимаются как бы. Usually they don't like us.
они занимаются вот своей как бы деятельностью, и обычно они нас не любят. So let them do their thing and we will do our thing. Пускай они занимаются своими, своей деятельностью, а мы своей. But what if the relationship is quite okay? If they want to cooperate, then we can think about it. Я задаю вопрос, а если отношения более-менее хорошие, отвечают, что если они хотят сотрудничать, то мы можем рассмотреть эти варианты. So the cooperation maybe, yes. We can see if they want to help and cooperate, why not? But if they want to help and cooperate, still being Ritviks by themselves. Yeah. Yeah, they can be Ritviks, but if they want to work with us and take some guidance, then why not? Но суть в том, что если они хотят оставаться ритвиками, но тем не менее стремятся к общению, как-то руководство получать от нас, да, то в этом плохого ничего нет. То есть сотрудничество возможно. But many of them are not following very strictly. Но многие из них не следуют очень строго. Because they are not trained properly. Because they are not trained properly. Training. Потому что их недостаточно обучают. So they need some good association, and yes, they will also become very nice. Потому что им нужно хорошее общение, и тогда у них тоже все будет получаться хорошо. Usually they are very independent, they won't want to take any help, you know. Ну, обычно они очень независимые, и им не нужна никакая помощь. We have seen that all over the world. Ну, то есть они как бы сами не стремятся, да, к общению. Мы видели это уже по всему миру. So what to do? Что мы можем с этим сделать? Okay. Ну что, any other questions? Какие-то вопросы, пояснения, что-то еще? Да, Мандара, что помогает? Yes, Сундар Гопал Прабху. When we do Дамодара Аштака, what comes first, Mangala Arati and then Дамодара Аштака? Mangala Arati comes first. Yes. Дамодара Аштака is about 7 o'clock. Ага, Дамодара Аштаку проводят примерно в 7 часов, сначала Mangala Arati проводят. Okay, yes. Then do it again 7 o'clock in the evening. И в 7 часов вечером. 7 o'clock morning and 7 o'clock evening, huh? 7 часов утром, 7 часов вечером. Ashita is asking question. What means to follow strictly? Да, Ashita Prabhu задает вопрос, что значит строго следовать? What means to follow strictly means to follow all the instruction of Prabhupada properly. Это значит следовать всем наставлениям Шрилы Прабхупады как следует. Mangala Arati, chanting 16 rounds, taking Krishna Prasadam, preaching Krishna consciousness. Проводить Mangala Arati, воспевать 16 кругов, держать 4 принципа, вкушать только Krishna Prasad, заниматься проповедью. Once you follow strictly and properly, you will get results. Then you will become very much inspired. Как только вы строго следуете, у вас будут результаты, и вы будете чувствовать энтузиазм и вдохновение. Yes. Yes, Prabhu is writing. He is from St. Petersburg, right? I think yes. Yes, thanks. He say yes, thanks. Mm-hmm. He's writing in English, huh? Yes. Good, tell him yes. This is the only way.
Скажите ему, что это единственный путь. So very good. I think I'm very happy that I have spent some time with you. Очень счастлив, что мы какое-то время пообщались с вами. Thank you for your very kind association. Спасибо вам за общение, за доброе общение. If you have some more questions, you can always write to you, Jane, Jenna, and then you can forward to me, and I can answer, and you can get back to them. Если у вас когда-либо возникают какие-то вопросы, и вы можете направить их, ну вот мне, да, чтобы я перевела, если вам нужна помощь в переводе, и мы обязательно ответим. Yes. Can they write you directly? They can write directly, but it will be Russian, no? How to translate? Yes, but if they use this Yandex translation. I can use the Google translation. Don't know, but I'll try. No problem. Вы преданные можете и прямо писать, используя переводчик, да? Просто Сандергопал говорит, не знаю, насколько хорошо переведет. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. They can write directly also, no problem. Yes, yes. I am ready to be all of your servant. Я готов послужить вам. In any way I can serve Prabhupada, I think that is the best thing I can do. Так я могу служить Шриле Прабхупаде, это лучшее, что я могу сделать. And if I can help in some way to make you a strong devotee of Prabhupada, I think that is a good credit for me. Я думаю, если я могу каким-либо образом помочь вам стать сильными, да, преданными, окрепнуть в преданном служении, это будет очень здорово для меня самого. Yes. Yes, Prabhu. Thank you very much for the lecture. Possible, huh? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Thank you again, huh? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Prabhupada.